Вот, на этом месте у меня батарейка закончилась, аккумулятор, я новую вставил и продолжаю прогулку по пляжу, точнее по променаду, скажем так, пляжу. Пляж, вот он, и по песку я не очень хочу идти, он горячий, через тапки даже прожигает. Там магазинчики находятся всякие, культурно-развлекательные заведения. Вот название вот этого отеля я не вижу. Вот этот Эрс Корона, это надо смотреть, что это такое. Зелень. Вот тут нормально разрослось. Скверик, и там что-то в этом скверике, доска такая, что-то на ней даже там написано. Сейчас подойдем, посмотрим. Интересно, я думал, какая-то тетка там стоит.